Сьогодні Україна відзначає п'яту річницю початку Майдану в Києві. Зараз ми запитаємо у наших людей, що вони пам'ятають про ці події. Было интересно, были рассуждения различного рода. Я смотрел, я помню, там и снайперы там были, и что там только не было. Ну, смотрел тогда с горечью, на самом деле. Я деятель культуры, видите, я с бумагой, я художник. Я хочу, чтобы все решалось путем разговора. Мы не ожидали, что такое вот может произойти, что могут погибать люди, как бы, мне кажется. Потому что я помню Майдан, который был предыдущий. Оранжевая революция. И просто такие печальные события, которые произошли вот во время Майдана. Погибло много людей. Кто стрелял, кого стрелял, как стрелял, вот это все как бы сейчас расследуется. И за столько лет расследования как бы окончательного нет. Люди собрались, да, смогли что-то так вот противопоставить, не молчали, не знаю, так. В общем-то, и как бы, ну, я не ожидал, что будет по-другому, то есть я ожидал, что действительно люди поднимутся, вот, то есть как бы для меня это не было как бы удивительным чем-то таким. Мне кажется, люди все-таки немножко больше повернулись в сторону как бы своей жизни, да, все-таки перестали абстрагироваться от политики больше, да, и начали, ну, задумываться все-таки, может быть, о том, куда мы идем, зачем мы идем, что мы можем сделать сами, что от нас зависит, что от нас не зависит. Ну, в принципе, должно быть так, чтобы от нас все зависело. Только по телевизору видел. Как вам сказать? Ну, почувствовали, что мы живем в какой-то своей стране. Думаю, что ничего хорошего. Лучше, когда поступательное движение, а не революционное происходит. Запомнилось, что было необыкновенные для страны события, почти военные действия. То есть люди вышли в такой активной форме, начали высказывать свое какое-то мнение, свою позицию. Конечно, это не так обычно, не повседневно точно. Всегда жалко, когда гибнут люди. На мой взгляд, стало хуже. Определенно что-то дало полезное, то есть интеграция в Евросоюз. Насколько я знаю, было много людей убито правоохранителями, ну, Беркутом. Вот, и поэтому, что могу сказать, то есть когда силовые структуры против своих граждан выступают, то это, наверное, неправильно. Мы не только следили, мы участвовали. У меня муж стоял на Майдане. И все это мы вживую видели, как это все было. И понимали, что происходит, и что происходит сейчас, мы тоже понимаем. Ну, в общем-то, изменилось. Я вижу хорошее. Новые троллейбусы, плиточка. Что-то изменилось. Кого-то сажают, кого-то выпускают. Ну, другой дороги не будет. Это будет так долго. Главное, чтобы молодежь это понимала. Честно говоря, ничего положительного не закончилось, кроме жжения резиновых покрышек и все такое прочее. Вот негатив больше, чем позитив. Радость народа запомнилась, но как оборачивается сейчас, это другой вопрос.